актера Михаила Ефремова, признанного виновным в смертельном ДТП в центре Москвы, приговорили к 8 годам колонии общего режима. Такое решение вынес Пресненский суд. Также актер лишился водительских прав на 3 года и должен будет выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, остальным потерпевшим – по рублю, как и просили. Суд признал актера виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Показания свидетелей со стороны потерпевших признаны достоверными, а вот словам стороны защиты о том, что Ефремов сидел на пассажирском сиденье, суд не поверил. Установлено, что артист лично управлял своим джипом и находился в нем один. Кроме того, суд признал, что врачи сделали все возможное для спасения Сергея Захарова. При этом сторона защиты настаивала на том, что водитель «Газели» погиб из-за врачебной ошибки. Названы и смягчающие обстоятельства, трое малолетних детей, а также то, что Ефремов признал вину на стадии предварительного следствия и имеет госнаграды, лишать их артиста не стали. Напомним, гособвинение по делу о смертельном ДТП просило для Ефремова 11 лет лишения свободы в колонии. На прошлом заседании актер выступил с последним словом и даже признал вину, правда, не в рамках слушания. Сегодня артист прибыл в суд без вещей, в его руках была только папка.